Дальматинец. Правильно, дальматинец.
Бетховен. Неужели никто не вспомнил сразу про Хатика? Вот, Хатика. А еще, а из мультфильмов, вот малыши. Кто смотрит мультики? Какие там есть знаменитые собачки? Из Простоквашино, как зовут? Шарик, правильно. А еще? Из Барбоскиных, да. Молодцы, да. Я тоже знаю много знаменитых собак. Я и сама, знаете, не промах, тоже являюсь знаменитой собачкой. Но в очень узких кругах, я бы сказала. А сейчас мы с вами поприветствуем Милану Каурову с песней «Удержи мое сердце».